Итак, всем привет! К нам продолжают ехать посылочки из Китая. Эта посылочка к нам доехала за 8 долларов. Вот показываю крупным планом адрес отправителя. Дабы не было при распаковке проблем, естественно, свой адрес я, конечно, заклеил. Значит, доехал она, в принципе, ну, можно сказать, месяц где-то примерно ехала. Вот, значит, давайте посмотрим, что у нас там. Ну что, всем пока, подписываемся на канал, ставим лайк, комментируем.